Если вы спросите меня, чего я хочу больше, прожить ту жизнь, которой меня готовил отец, среди книг и вдали от смерти, или выбранную мне матерью на поле боя, рука об руку с ним, защищая границы Наварры на своем драконе, я вам отвечу: выбора не существует, как и меня прежней. Я Вайолет Сарингейл, и я не собираюсь умирать сегодня.